Вологодская область принимает активное участие в форуме, который проводит Лига здоровья нации. Вообще мы придаем очень большое значение таким площадкам и особенно вот данному форуму, потому что здесь собираются эксперты и представители различных органов власти федерального, регионального, муниципального уровня, представители общественных организаций, общественных движений, представители бизнеса. И всех их объединяет главная задача. Как, во-первых, сохранить здоровье россиян, но, а во-вторых, как предотвратить заболевания. И вот эта вторая часть, профилактика, она с каждым годом играет все больше и большее значение. Я думаю, что вот такие форумы, они способствуют увеличению внимания, ну, во-первых, органов власти к теме профилактики, к теме предотвращения болезней, к общественному здоровью. С другой стороны, и привлекают внимание населения к этой теме. Здесь мы показываем всю нашу межведомственную работу на стенде. Мы показываем то, что с первых же дней появления ковида на территории Вологодщины у нас была организована маршрутизация больных, что позволило нам минимизировать очаги. Уже с 19 апреля у нас стационарные учреждения для пожилых и детей стали работать в закрытом режиме. И у нас на сегодня практически нет ни одного заболевшего среди проживающих в домах-интернатах для престарелых лиц. Это, конечно, тоже большое достижение, потому что мы видели, что на Западе это очень серьезная проблема, которая вела к гибели людей.